Сегодня у нас 22 июня 2017 года. Это мы пришли в лагерь Стан бывший. Вот здесь вот у нас умывальник стоял. Сейчас уже тут все травой заросло, козлики заросли тоже, раз никто не работает, ничего. Вот сейчас я пришел с ребятишками сюда. Вот столовая наша. Остались одни воспоминания. Вот кухня. Я ее открыл. Вон ребятишки идут. Не знаю, чем мой меч. Не знаю, где мой любимый спортивный меч. Куда вы его подевали? Дядь Володя, нам нужно сходить это позвать деревенских. Можно мы сходим, пожалуйста? Ну что их звать-то? Они сами приходят. Да но нет. Но они же не знают, что сегодня мы будем играть. Они сюда сами приходят. Ну что, позвонить надо и все. Так, руками ничего не трогаем. Руками ничего не трогаем, сказал. Ух ты, зеленый карт. Дядь Володя. Здесь не играй мячом, вон там. Можно я возьму этот полосатый шершавый камень? Возьми. И можно точить меч. Дядь Володя, где ходули? Куда ходули? Нету. У меня есть ходуля, но я ее не дам. О, видите, где ходули, да? Да зачем она им? Во. У меня есть паспорт. Паспорт. Гражданин России. Бум тоже надо ремонтировать. Завалился немного у нас. Ошарпан дождями. Уже не поиграем с вами в городки. Почему? То, что заросло все? Да. Это же... Можно же почистить, Ваня. Можно на эту вышку залезть? А? Вон, на ту. Нельзя пока. Пока на вышку нельзя. Выходи, что, играй там. Пока разминайся. Вон в футбол иди играть, начинай. Чё ты? Скучно. Один. Скучно, потому что ты не знаешь, чем себя занять. Вот пойди и займи себя. Вон, Сергей, погоняй мячик. Даже если ты не умеешь играть. Вот так вот без хозяина все. Все разрушается, все зарастает. Но если тут никого не будет, несколько лет тут вообще не узнаешь. Весь этот лагерь Стан. Площадки у нас, чтобы городки можно было играть, тоже все заросло. Комаров много, потому что много травы. Ваня. Это горе ходули, на них ходить невозможно. Ты здесь не ходи, ты туда выходи, на поле. Ходули, ты посмотри. Где ходули? Ходули должно быть или в келье, или он в той, на куриных ножках. Тут только вот одна ходуля нормальная, а второй и пары нету. Поищи, они должны быть где-то здесь. Или я под под куриными ножками где-нибудь посмотри. Искал. Куда ходули подевали? В рабочую келью зайди, там посмотри. Кстати, луки тоже можно распаковать. Просят сообщить деревенским. Что сделать? Деревенских созвать. Я нашел свои рисунки. Кого? Рисунки свои. Вот так вот, слава богу.